Всем привет! И сегодня на канале AliExpress Страна Чудес мы с вами будем готовить вкусный и, самое главное, красивый борщ. Я не сомневаюсь в том, что мои зрители могут приготовить вкусный борщ. У каждой хозяйки свой особый рецепт. Но, к величайшему сожалению, не у всех он получается насыщенного бордового цвета, вот такого прям цвета буряка, да? Поэтому сегодня расскажу свой секрет, что я делаю для того, чтобы мой борщ, как говорит мой ребенок, был красным. Собственно, для борща сегодня буду готовить из квашеной капусты. Понадобится квашеная капуста, мясо. Вместо мяса сегодня я беру вот такую вот свининку с прослоечкой на поджарочку. Ну, естественно, картошка, морковка, лук, помидорки, болгарский перчик, зелень, естественно, свекла, томатный сок. Вместо томатной пасты у меня будет томатный сок. И три свеклы. Почему три свеклы? Две штуки мы будем варить, маленькие небольшие свеколки. И одну свеклу мы чистим, натираем на терке, сырую подсаливаем, и пока мы тут будем вот это все делать, готовить, эта свеколка постоит в холодильнике. Ну, как говорится, и обо всем по порядку, и расскажу вам сегодня, как быстро сварить свеклу. Ну, поехали! Одну сырую свеколку я уже потерла на терке на крупной. Я ее сейчас подсолю хорошенечко вот так. И теперь я ее пока что отправлю в холодильник, чтобы она дала сок. Пусть постоит в холодильнике, ну, пока я буду все остальное делать. То есть пока сварятся две другие свеклы, пока я поджарю поджарочку, все вот это будет сейчас стоять в холодильнике. То есть, ну, это как минимум полчаса она должна постоять в холодильнике, вот такая вот подсоленная. Убираю в холодильник. Пока закипает у меня две свеколки в кастрюльке, за это время обжариваю поджарочку. Ну, и на этом не буду заострять внимание, потому что, я думаю, с таким делом вы сами справитесь и без моей помощи. Итак, как сварить быстро свеклу? Сейчас переключимся на свеклу. Свеклу, чтобы быстро сварить, нужно, значит, поставить ее, соответственно, вариться, подождать, когда она закипит. И вот как только свекла закипит, нужно дать ей покипеть на хорошем огне, таком хорошем, полчаса, максимум полчаса дать ей покипеть. А затем проткнуть ножом обязательно каждую свеколку, слить весь кипяток и резко залить холодной водой. И у вас свекла будет сварена за полчаса, а не 2-3 часа, как это многие делают. Пока свекла у меня бурлит и кипит вот так вот полчаса, я еще сделаю обжарочку. Вот такую, то есть к мясу я добавляю еще лук и сюда добавлю специи. Добавляйте специи любые, какие хотите. Потом еще будем отдельно тушить свеклу с морковочкой. Сюда вот добавила лук. Вот это мы сейчас пообжарим и уже добавим в кастрюлю с водой. Водичка в кастрюльке у меня уже закипает. Сюда перекладываю сейчас эту поджарочку с луком. Ее перекладываю сейчас. Сковородку можно не мыть, на ней мы еще будем тушить овощи. Сейчас пускай варится бульончик у меня уже, да, с поджарочкой. И переходим мы сейчас к овощам, к нарезке овощей. Режем помидорчики, болгарский перчик, трем морковочку. Пока у нас тут бульончик варится. Первым делом в бульон я отправляю вариться картошку. А вот затем уже отправляю капусту. Ну, где-нибудь минут через 5. После того, как картошечка чуть поварится, я уже потом через 5 минут добавляю капусту. И вот теперь пускай капуста с картошкой, ну, варится где-нибудь минут 15-20. Ну, а мы пока что займемся обжаркой овощей. Я бы даже сказала, тушением овощей. А капуста с картошечкой пускай пока варится. В картошку с капустой я еще добавляю вот такие вот сушеные овощи. Здесь лук, морковка, томаты, болгарский перец. Вот такие вот
тушеные овощи продаются во очень многих магазинах. Посмотрите, вообще очень хороший набор. Ну, правда, стоит он ни копейки, но, тем не менее, я очень часто покупаю, мне очень нравится. Как видите, мой супчик уже похож на щи хорошие, да? Я помню, у меня была такая смешная история, когда я сварила просто щи, и мне дочка говорит: «Мама, ты сварила какой-то неправильный суп». Я говорю: «Почему?» «Ну, ведь он же не красный». Ну, то есть, понимаете, да? Так вот, будем сегодня, так мы сегодня варим красный суп. После того, как картошка и капуста чуть-чуть поварились, вот сюда я теперь добавляю свеклу, которая сырая, стояла в холодильнике. Вот из этой свеклы капуста с картошкой возьмут основной цвет, чтобы наш супчик не был бледненький. Вот эта свекла пускай варится с картошкой и с капустой. А остальное мы будем тушить. Ну и как вы можете видеть, сырая моя свекла сварилась. И от нее не осталось и следа. И супчик-то не особо и красный. Поэтому две вторые свеколки, которые я варила, сейчас буду тушить на сковородке с морковочкой, с болгарским перцем, с томатами. И сюда же еще добавлю еще специй. И добавлю сюда еще томатный сок. Все вот это еще я присыплю буквально одну или две чайные ложки сахарного песка. В первую очередь потому, что капуста у меня квашеная. Во вторую очередь сахар нужен для того, что мы сейчас, когда все это потушится, будем добавлять один очень секретный ингредиент, который нужно чутка подсластить. Овощи у меня потушились. Как вы видите, все такое бордовое, красное стало. И главный секретный ингредиент, чтобы свекла не потеряла свой цвет, чтобы борщ был красивым и красным, я добавляю уксус. Добавляю виноградный уксус. Когда нет виноградного, добавляю яблочный уксус прямо вот сюда, в овощи. Ну, приблизительно столовую ложку. Ну, вот тут у меня столовая ложка уксуса, чтобы свекла не потеряла свой цвет. И вот теперь вот это все мы добавляем в кастрюлю. И теперь варим суп до полной готовности. И уже через 15 минут его можно будет подавать к столу. Вот такой вот замечательный красный борщ у меня получается всегда. Я не буду вам рассказывать о том, какой он вкуснющий, потому что вы и так все прекрасно знаете, какой вкус у борща. Тем более, что у каждой хозяйки свой особый секретный борщ. Но на этом сегодня все. У кого не получался красный борщ, добавляйте обязательно уксус к овощам. Всем приятного аппетита, мира и добра. И пока-пока.